Сегодня очень хочется вспомнить строчки стихотворения Мусы Джалиля «Варварство». «Я, мама, жить хочу, не надо, мама, пусти меня, чего ты ждешь?» И хочет вырваться из рук ребенок, и страшен плач, и голос тонок, и в сердце он вонзается, как нож. «Не бойся, мальчик мой, сейчас вздохнешь ты вольно, закрой глаза, но голову не прячь, чтобы тебя живым не закопал палач». Большая человеческая трагедия, затронувшая судьбы миллионов людей, не должна никогда повториться. И это знали наши герои, бабушки и дедушки. Они погибали ради нас, наших детей, чтобы над нами было мирное небо. Только вот те, кто ковал победу, уходят. За 3 года мы похоронили более 1000 ветеранов. 420 не стало в этом году. Это наши герои, те, кто, не жалея жизни, шел к победе. В Нижнекамске сейчас живут 179 участников войны, 2133 тыловика. Это женщины, которые здесь, в тылу, трудились на полях и заводах. Голодные и холодные растили детей. А еще узники концлагерей, ставшие жертвами фашизма и человеческого деспотизма, дети войны, блокадники. Здоровья остается только пожелать. И спасибо за победу. Ну, спасибо, охота сказать, за победу, что мы так живем, более-менее нормально, человечество, можно сказать. За солнце светлое, мирное небо над головой. Спасибо большое все. Здоровья, что им еще пожелать? Здоровья ветерану. Уважаемые ветераны, поздравляю вас с великим праздником Победы. Желаю вам самое главное – здоровья. Самое главное – подольше видеть ваших соотечественников, ваших близких, знакомых, друзей, родственников, всех рядом, живыми, здоровыми, как можно дольше. Большое им спасибо за то, что сейчас у нас мир во всем мире, как говорится, что нет войны, что все живут спокойно. Спасибо им огромное, спасибо вам большое, наши ветераны. С праздником вас, с праздником нас. И живите долго, счастливо. От всей души их поздравляю с этим большим праздником. Потому что отец у них фронтовик. Помер, правда, в Царстве Небесном. Я желаю им счастья, вечного здоровья. Я желаю счастья, любви. Спасибо вам, ветераны, за то, что Россия, СССР осталась все-таки, а не у немцев. Благодарю дедушку своего, бабушку, которые тоже участвовали в Великой Отечественной войне. Да, одним словом, огромное спасибо вам за то, что мы в России. 75 лет назад с Нижнекамской земли ушли 8 тысяч сельчан, 5 тысяч погибли. Почти все, кто прошел тропу войны, вернулись с медалями и орденами. Нижнекамская земля славится 5 героями Советского Союза, столько же полных кавалеров Ордена Славы. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Кино идет, воюет взвод, далекий год на пленке старой, нелегкий путь, еще чуть-чуть, и догорят войны, пожары, счастливый май, любимый край, своих солдат встречай скорее, от ран обид земля дрожит теплом души.